Когда мы были в Кронштадте, я упросил там мичмана, чтобы он отвел. Ну, не меня же одного поведет, тоже вот еще 5 человек, мы тоже как бы там они подключились, чтобы он отвел нас на подводную лодку. И вот мы пришли на подводную лодку. Я впервые оказался внутри подводной лодки, прошел все ее отсеки, от носа до кормы, посмотрел и понял, геройские люди, те, кто служит на подводных лодках. И сделал тоже определенные выводы. Уходим под воду, в нейтральной воде. Мы можем погоду, плевать на погоду, а если накроют, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. И рутся орты, но наверх не сметь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. В Лейпае произошел такой эпизод, который повлиял на мою дальнейшую службу. Ну, или, скажем, на мою дальнейшую, естественно, на мою дальнейшую жизнь. Мы в одну из свободных минуток, там, время, попросили у старшего нашего, там, похода сходить на один из боевых кораблей, которые стояли там в базе в Лейпае. Нам сказали, да, пожалуйста, можно, вот договорились, и с малый ракетный корабль. Ну, их там много было, эсминцы, сторожевики и МРК, малый ракетный корабль. Ну, пошли несколько человек, там, по-моему, 5 человек, с нами был старший мичман. Вот, мы уже, то есть они, командование наше договорилось. Вот я был в составе этой пятерки, и вот мы пришли на МРК. Нас встретили очень хорошо, добродушно, стали показывать корабль. Вот, дежурный по кораблю, старший лейтенант, проводил нас там, рассказывал вот про помещение корабля, про боевые посты, нам все это проводил, показывал. И вдруг на корабле сыграли боевую тревогу. Ну, надо рассказать, что на корабле два вида вот, тревог. Это учебная и боевая. То есть, когда корабль тренируется в повседневной деятельности, все время играет учебную тревогу. Даже когда корабль, вот, приготовление корабля к бою по ходу и так далее, то есть это учебные тревоги. А боевая тревога, это когда угроза безопасности или же когда необходимо, возможно, применение оружия. И вот сыграли боевую тревогу. Лейтенант, конечно, нас оставил, вот убежал там на свой боевой пост. На корабле
запустились дизель-генераторы. Ну, все, вот корабль мгновенно, в одну секунду превратился из повседневного там в корабль боевой готовности. Мы в это время находились в посту командира боевой части 2. Свет потух, сразу включилось аварийное освещение. Сюда быстро прибыл командир боевой части 2, капитан, лейтенант. Вот. А мы остались вроде как бы в уголочке. Вот, то есть на нас уже никто не обращает внимания. И мы смотрим, следим, вот, что же там происходит на корабле. Топот ног, там побежали матросы, там где-то там слышно по палубе, там еще где-то тут в коридорах там бегают. Все, все разбежались по своим боевым постам и начались доклады о готовности. А так как доклады проходят по трансляции, а трансляция включена на циркуляр, то есть все команды, все доклады слышны в каждом боевом посту, то и мы вот слышим в посту командира боевой части 2 все доклады, которые все команды, которые проходят, и команды, и доклады, которые проходят по кораблю. Даже несмотря на то, что мы команда, допустим, командир командует там механиком, а мы находимся в боевом посту командира боевой части 2 ракетно-артиллерийской, все равно мы слышим все команды. А боевую тревогу сыграли в связи с тем, что корабль находится в дежурстве по ПВО, и к границе Советского Союза приближается самолет НАТО. С какой целью, неизвестно. Ну, как бы установлено, что это натовский самолет, он идет на максимальной скорости к границе, к нашей границе. А так как корабль, на котором мы находимся, он находится в дежурстве, то немедленно были приведены все средства ПВО, ну то есть и ракетные комплексы ПВО, и артиллерийские комплексы для, ну скажем, отражения, не отражения, для уничтожения возможного нарушителя нашей границы. И вот все команды, которые давал командир боевой части 2, там, определить элементы движения цели, значит, принять цель на сопровождение, потом последняя команда при вхождении в зону поражения цель уничтожить. То есть, ну, уже команды, которые пришли, что как только самолет нарушит границу, пока он еще только приближается, самолет уничтожить. То есть средства ПВО позволяли, то есть зенитный ракетный комплекс позволял вот на этой дистанции уничтожить американский самолет военный. Боевая тревога! Боевая тревога! Вдоль дистанции 80 километров обнаружены две быстроходные малоразмерные цели. Наблюдаю старт ракеты с головного катера. Наблюдаю разделение целей. Пеллинг 0, дальность 80 километров. Обнаружена воздушная групповая цель. Курсом на корабль. Пеллинг 0. Дистанция 80. На запрос не отвечает. Командиру БЧ-2. Воздушные цели уничтожить. Ракетным комплексом принять цели указания. С приходом в зону цели уничтожить. Ракета номер 1 уничтожена. Ракета номер 2 уничтожена. ДПС, командир. Доложить в главный штаб. Подвергся нападению. Вступил в бой. Ходовая БИП. Есть. Надводная цель номер 2 легла на обратный... Огонь по цели номер 2. Не дать ей выйти из зоны обстрела. Ракетно-артиллерийским комплексом правого борта. Принять цель указания по цели номер 2. Цель уничтожить. Ну, по ходу вот этой тревоги, всех этих действий, самолет дошел до нашей границы и резко повернул и пошел вдоль границы, а потом отвернул и ушел как бы в нейтральные воды. Дали отбой тревоги. Вот. Командир боевой части 2 увидел нас, что мы находимся. Ну, скажем так, мы, конечно, он и раньше видел, но ему было не до нас. А теперь, когда уже включили свет,
все, как бы все успокоились, то он обратил внимание, что ну вот как бы с нами стал разговаривать. Что-то там рассказал о своей службе, порасспрашивал нас. Вот, и мы, естественно, там задали ему вопрос, из какого он училища, какое он училище заканчивал. Ну, потому что мы были впечатлены вот самой настоящей боевой работой, которая вот редко когда ее увидишь. Вот просто нам повезло. Ну, мы такие любознательные были, вот нас там 5 человек, вот, что не сиделось нам на месте, там на своем корабле. Вот хотелось посмотреть одно, другое. Когда на вот этом боевом корабле, малый ракетный корабль, он относился к дивизиону плохой погоды, МРК, которые носили название «Буря», «Вихрь», «Шторм». И вот капитан-лейтенант, который нам рассказал о своей службе и выяснил, что он выпускник Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, а училище это готовит специалистов-ракетчиков, для меня сразу же был сделан определенный вывод, я понял, что я хочу учиться в этом училище. Это училище находится в городе Севастополь. Надо сказать, что нахимовцы после окончания училища распределяются по высшим военно-морским училищам без экзаменов. В тот период в Советском Союзе было 9 военно-морских училищ. И приходила определенная разнарядка на направление нахимовцев в то или иное училище. То есть не было такого, что нахимовцы там по своему желанию выбирают, он идет и продолжает учебу в военно-морском училище. Определенный был как бы рейтинг. Ну, то есть кто учился хорошо, то учитывали их желания, кто учился не очень, или поведение было не очень, то их направляли туда, куда вот, ну, куда, что оставалось. Ну, так как я учился хорошо и был на хорошем счету, то меня распределили по моему желанию. И я был направлен вот в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополь. Надо сказать, что в это училище, вот, по крайней мере, из нашего класса никто не пошел, кроме севастопольцев, которые были ребята, которые из Севастополя, которые сами из Севастополя. Это Сергей Сяблов и Вова Сачко. Ну, они, естественно, выбрали Севастополь. Вот, ну, а я выбрал Севастополь именно с учетом вот того эпизода, который случился на морской практике, где я стал свидетелем вот боевой тревоги по готовности к уничтожению натовского самолета.